Дальше, что касается хадиса Абу Хурейры, ради Аллаху Талян, то пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, фаля тахталифу алейхи, да, в этом хадисе, фаля тахталифу алейхи, то есть не перечьте имаму, чтобы не было разночтения с имамом, не противоречьте имаму. В чем заключается противоречие имаму, несоответствие имаму, ихтиляф аляль имам, в чем состоит оно? Может быть, два проявления этого разночтения с имамом, несоответствия с имамом. Либо отстает человек от имама, либо опережает имама. Либо так, либо так. И то, и другое, что не делается. Отстает от имама каким образом? То есть опаздывает уже, совсем опаздывает. Имам, например, перешел в суджуд, мамум все, что никак не переходит в суджуд. Видит, что имам уже перешел в суджуд и не переходит в суджуд. И опаздывает. Хорошо? А еще имам, если вообще уже поднимется в суджуд, а он потом только совершит суджуд. Вообще проблема. Это несоответствие имама. Но также несоответствие имама может быть что? Опережение имама. Опережение имама. Или одновременное совершение вместе с имамом. Правильно, что мутаба. Когда имам переходит, вслед за ним мы переходим. Он произнес такбир, мы произносим такбир. Он перешел в руку, мы перешли в руку. То, ну, сразу это делаем. Делаем это сразу. Почему? Потому что сказано, фаиза каббара факаббиру. Если произносит такбир, фа, вы произносите такбир, фа сразу вслед за ним. Потому что частица фа, она что? Литакиб. Да, она указывает на что? На следование. И какое? Следование без разрыва. Сразу. Сумма указывает на наличие что? Какого-то временного промежутка. А фа указывает на то, что это делается сразу. Ибн Усаймин указывает на тот вопрос, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Что не относится к противоречию имаму, несоответствию имаму, несоответствие намерений, которые есть у мамума и имама. Потому что некоторые говорят, что и намерение тоже должно совпадать. Обязательно. Это условия, говорят они. Если он совершает зур, то у тебя тоже должен быть зур обязательно. Иначе нельзя. Если у него фарт, у тебя фарт. А если у него нафиль, у тебя нафиль. По-другому нельзя, говорят они. Но Ибн Усаймин говорит, что нет. Разница в намерениях между имамом и мамумом не считается противоречием. Не считается, что перечением имаму. Как, например, мамум совершает зур, имам совершает аср. Или наоборот. Почему? Потому что намерение – это вещь какая, которая внутри у человека. Вещь скрытая. Вещь скрытая. И то, что намерения разные, внешне никак не проявляется несоответствие. Внешне не проявляется разница. Значит, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, это правильно. Запрещено несоответствие в чем? Во внешних действиях. Во внешних действиях. А намерение что? Можно, и у нас есть доводы. Мы с вами приводили в прошлый раз доводы. Какие мы приводили с вами доводы? Пророк, алейхиссалату вассалям, совершил намаз хауф, намаз страх, два раза. Сначала с одной группой людей, потом с другой группой людей. Естественно, во второй раз для пророка, алейхиссалату вассалям, это уже не был фарт, правильно? Для него это был дополнительный намаз, а для людей был обязательный. Разница в намерениях была? Была. Еще мы приводили с вами какой пример? Муаз, ну, Джабаль, ради Аллаху Талян, совершал намаз за пророком, алейхиссалату вассалям, фарт потом шел, совершал в качестве имама со своими соплеменниками, да? Но для него это был нафиль, для них это был фар. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما